Место творчеству нашлось и в условиях эпидемии. Во французской художественной галерее посетители носят цветные бумажные шляпы для соблюдения социальной дистанции. Идею подсмотрели в Древнем Китае. По легенде, правитель империи Сун приказал носить шляпы с крыльями своим слугам, чтобы они не сплетничали за его спиной. Ведь на метровом расстоянии шептаться уже не получится. Во Франции смягчили режим самоизоляции, но в общественных местах по-прежнему необходимо сохранять безопасное расстояние. Гостям нововведение понравилось.